На сегодняшний момент установлено, что родители, которые являются собственниками транспортного средства, право управления ребенку не передавали. Но, пользуясь случаем, я хотел бы обратиться к родителям, любым законным представителям, ни в коем случае не передавать право управления транспортным средством своим детям. Это мотоциклы, мопеды, автомобили, любые виды транспортных средств, так как лицо, которое не прошло соответствующее обучение, не сдало в установленном порядке экзамены, не должно ни в коем случае допускаться к управлению транспортным средством. Поскольку в целом такая деятельность, она угрожает как несовершеннолетнему, так и остальным участникам дорожного движения. Случаев трагических масса. И, в принципе, должен сказать, что ежемесячно выявляются факты, когда несовершеннолетний управляет различными видами транспортных средств.